Главу города здесь встретили тепло, чай, пироги и разговор по душам. Николай Горшенин рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед Димитровградом. Выслушал вопросы и пожелания от представителей общественной организации «Преодоление». Проблемы у людей с ограниченными возможностями здоровья насущные, и в основном они касаются доступной среды. Так, например, Екатерина Плотникова пожаловалась, что невозможно попасть в единственный в городе кинотеатр. Там нет пандусов, нам нет держателей, вот чтобы держался человек, чтобы зашел. Я езжу не на коляске, но я зайти не могу. Не могу спуститься в туалет, потому что там нет никаких поручней. Глава города заверил, что проверку объектов соцкультбыта в Димитровграде уже начали, и причем совместно с прокуратурой. Мы сейчас на контроль возьмем, суд обязал поставить. Суд обязал вас, и я вам проинформирую. Оборудование квартиры, подъездов для инвалидов, закупка колясок, организация удобных автобусных остановок – эти первоочередные задачи глава Димитровграда взял под личный контроль. Выполнение просьбы, поручения решили озвучить на таких вот встречах, которые Николай Горшенин решил сделать регулярными. Татьяна Баловнева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.